Добавлю себе синенький оттенок. Ну, знаете, называется «Хотела сделать бровь». Спасибо за донат. Ну, иди к Диане, я здесь при чем? Как бы, а ничего, что ты на меня подписана? Типа, ничего, да? Ну, ладно, фиг с тобой. Это так странно, когда тебя хейтят люди, которые на тебя подписаны. Так, тушуем, тушуем. Сложно, сложно. Нет, мне кажется, было бы лучше, если бы я просто прокрасила, потому что так у меня ничего не получается. Слишком уж у него сложная текстура, она не особо кремовая. Он такой твердый чувачок у нас, твердый камень. Ладно. Мы исправим данное положение. Как делишки, нормально? А нет, не исправим, ну ладно. Мне лень его точить. Затушую-ка я немножечко по-другому. Просто кисти туда вобью. Вот так вот. Ой, а что это у меня тут? Так, в глаз попало. Знаете, как будто бы синяк себе нарисовала на самом-то деле. Просто как будто бы нарисовала себе синяки снизу. Ладно. Не хочу я замуж. Нет, если ты старый дед, который скоро откинется, у тебя очень-очень много денег, и ты импотент, то, пожалуйста, я выйду за тебя. А, так, брови, 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 брови. When I gonna take it. Да и сверху тоже как будто. Спасибо. Я не просила, кстати, непрошенного света, непрошенной критики. Я об этом всегда уточняю, вот сегодня забыла. Надо будет в следующий раз в обложку добавить. Причем я просила, кстати, не оценивать до конца, ну ладно. Ой, не оценивать, пока я не закончу до конца. Хочешь ли ты детей? Раньше хотела, сейчас не хочу. Мое мнение поменялось. Я просто смотрю на нашу маму и думаю, нет, не надо. Ну, в плане того, что вот мы много косячим. Из-за этого. Есть же понятие, как оно называется? Child free? Child free, по-моему. Когда человек не особо хочет детей. Я себя к ним, конечно, не подразделяю, но... Что-то в последнее время начала задумываться, что, может быть, все-таки я child free. Не знаю. Никто не говорит о том, что через 10 лет я не поменяю свое мнение. Как бы это все возможно. Это все у нас в процессе. Как ты, рыжая? А почему рыжая? Все рыжие, бесстыжие. А я хороший человек. Такс. А где? А вот она, моя кисточка. Вот эта вот. Плоская. Чисто плоская кисть. Мы ей наберем хайлайтер. Да, блеска сегодня у нас будет много. Блеска много не бывает. Я еще иногда даже захожу на бровь. Вообще, по идее, это происходит случайно, потому что я рукожопая. Но сделаем вид, что так надо. Мы с вами сделаем вид, что так надо, да. Теперь, можно привет Диане? Диана, привет. Тушь. Тушь, тушь, тушь. Так, вопрос. Так, это мне не нравится. А где моя любимая тушь? А тут у меня что? Ладно, возьму вот эту. Не буду выделываться сегодня. Куда собираешься? Да, и вот я не знаю. Фотографии буду делать, наверное, скорее всего. Да, приветик. О, это же Алинур, а я тебя не заметила изначально. Да, я тебя не увидела. Я думала прокрасить слизистую.
Но что-то мне подсказывает, что это будет перебор.